19 апреля в Доме художника состоялось торжественное открытие сразу нескольких выставок. На одной из них были представлены творческие работы учеников художественного отделения Школы искусств номер 6, победителей городских, республиканских и международных конкурсов. На следующих двух персональных выставках демонстрировались творческие работы Екатерины Щербинной и Лады Гулякиной, учениц Школы искусств номер 6. Все работы выполнены в различной технике и жанровом исполнении. Мы узнали у юных художниц персональных выставок, какой же техники они отдают предпочтение. Я нарисовала во многих видах искусства, во многих видах рисования, то есть и живопись, и графика, разные виды красок. То есть в большинстве я люблю рисовать в живописи. Я рисовала, в принципе, многими вещами, тушью, графикой, также еще гуашью и маслом, но больше всего мне нравится работа в графике. Особое место на выставке занимали работы, написанные маслом. В прошлом году Союз художников подарил детям масляные краски. Именно этот жест и вдохновил выпускников Школы искусств номер 6 создать удивительные картины в этой технике. На выставке представлено более 150 работ. Работы представлены выпускников этого года, которые выполнили маслом впервые. Организаторы культурного события отмечают, эта выставка особенная. Ее можно назвать выставкой вернисажем, сюрпризом, калейдоскопом, календарем, диалогом, путешествием. А в итоге эта выставка размышления о любимом городе, хрупкости и многоцветности мира, о тепле родного дома и счастливой жизни. Таким образом, юные художники приглашают зрителей к диалогу о человечности и мире. Алина Черняева, Алина Боярская, специально для Новороссия ТВ.